Привет, это канал «Предприниматели взлет», меня зовут Ольга, и в этом видео мы с вами будем рассматривать серию «Карибы». Она очень большая, в нее входит целых 6 предметов. Это обложка для паспорта, сумка, шарф, маникюрный набор, косметичка и ожерелье. Оставайтесь со мной. Вся серия украшена очень ярким принтом, который, конечно же, вдохновлен красками Карибских островов. И я думаю, самое интересное для всех в этой серии – это будет сумка. И давайте же начнем с нее. Сумка, мне кажется, будет очень модным в следующем сезоне, потому что она очень удобная, потому что она очень практичная и потому что очень большая. В нее можно положить очень-очень много всего важного и полезного. Давайте посмотрим, как выглядит эта сумка относительно формата А4. Вот мы можем приложить этот листок, и вы видите, что она просто огромная. Даже в ширину войдет несколько форматов А4. Размер ее 45 на 40, и дно у нее 20 сантиметров. То есть вы видите, что дно у этой сумки прямоугольное, поэтому она будет держать такую форму трапециевидную, ну, форму такого мешочка. Мне очень нравится ткань, из которой сделана сумка. Мне кажется, при стирке она будет вести себя просто изумительно. Она вот, на мой взгляд, напоминает такую плащевку. Ну, конечно, сумка такого спортивного кроя, вы ее, наверное, не сможете носить с деловой одеждой, хотя в принципе сейчас сочетаются разные стили, разные фактуры, и вполне возможно, что эта сумка украсит даже и какой-то ваш такой casual образ, ну, деловой casual, да, не совсем уж официальный костюм, а деловой casual вполне даже может сойти. Давайте мы ее закроем. Эта сумка закрывается на два шнурочка стандартно, вот так тянем и в две стороны, и у нас получается, смотрите, оп, вот такой мешочек. Что меня интересует, мне было вообще непонятно в каталоге, как устроены ручки в этой сумке. Вот давайте рассмотрим их поподробнее. Ручки пришиты, и ручки такие, как на спортивных, как на дорожных сумках. То есть из такой очень-очень прочной, ну как крепкая-крепкая тесьма. Ручки сдвоенные, то есть вы видите, одна ручка короткая, другая ручка длинная. Для удобства они здесь застрочены, именно там, где они должны быть на плече, и короткая, и длинная. Чуть-чуть застрочены, и эти сдвоенные ручки вместе пришиты к самой сумке. Насколько это будет крепко при нагруженной сумке, мне сложно сейчас судить, потому что других креплений больше никаких нету. Но я не знаю, как по-другому к сумке такого спортивного кроя можно было бы прикрепить эти ручки. Итак, вот такие два шнура у нас остались с двух сторон, когда мы закрыли сумку. И давайте теперь смотреть ручки. Короткие ручки. Смотрите, с двух сторон, а вы можете держать эту сумку в руке, носить ее в руке, но она будет практически до земли. Даже у меня рост 1,62 м, когда я эту сумку опускаю в руке, она у меня вот практически падает уже на землю. И поэтому я думаю, что короткие ручки подразумеваются, что вы можете надеть их на плечо. И она вот вполне даже себе хорошо размещается на плече и находится у вас под рукой. И также длинные ручки, это когда вы хотите, наверное, эту сумку в таком видеть в более спортивном виде на себе, может быть, со спортивной одеждой. Вот уже вы надеваете длинные ручки, может быть, вы в нее много загрузите, она у вас не будет закрываться, и сама сумка будет именно, ну, такой объемной. И тогда вы будете уже использовать длинные ручки, чтобы покрепче повесить их на плечо. Вот на длинных ручках сумка у меня тоже где-то почти до колена достает. Ну, то есть сумка очень-очень большая. Если вы давно хотели себе объемную сумку, то рекомендую вам обратить свое внимание на сумку Карибы. Изнаночная сторона — это такой принт джунглей, а внутренняя сторона — контрастная яркая отделка. Но сейчас вообще в моде яркие цвета, они преследуют нас везде, в макияже, в маникюре и также в аксессуарах. И мы видим такую же вот контрастную отделку компания Oriflame сделала на сумке Карибы. Внутри
стандартные карманы под смартфон, под какой-то очень узенький смартфон, обратите внимание, очень узенький кармашек, большой карман под документы и закрывающийся карман на молнии большой, который просто необходим в большой сумке для того, чтобы вы могли сюда сложить мелочи, потому что в этой большой сумке, если вы что-то бросите просто так, уже шансов найти мелкие предметы очень мало. Поэтому вот делаются вот такие большие карманы на молнии, и они очень удобные в эксплуатации. Сумка очень интересно брендирована, она брендирована снаружи, и этот прямоугольник ткани выполнен под беленый хлопок. Здесь есть бренд Oriflame и также есть подпись дизайнера этой серии. К сожалению, я не нашла информацию, кто является дизайнером серии. Сначала я думала, что это Кира Пластинина, но это логотип не ее, поэтому напишите мне, пожалуйста, когда вы об этом узнаете. Шарф, хотя имеет тоже леопардовый принт, вообще во всей серии перекликается этот принт, но разные расцветки. При этом этот принт очень нежный, очень приятный, такого зеленовато-голубоватого оттенка. Оттенка моря, оттенка океана. Ткань этого шарфа полиэстер, но этот полиэстер очень приятный на ощупь. Я уверена, что он будет очень приятен телу. Размер этого шарфа 190 на 90 сантиметров. Принт вы можете видеть сейчас на экране. И также вы можете видеть степень прозрачности этого аксессуара. Но я думаю, в качестве парео этот шарф прекрасно подойдет и будет очень хорошо освежать и дополнять ваш пляжный образ. Показывать, как завязывается парео такого размера, я не буду, потому что вы можете посмотреть варианты в видео, которое я снимала совсем недавно на серию Ибица. И там шарф точно таких же размеров, и вы можете посмотреть там, как завязывается парео. Этот шарф односторонний, потому что он по периметру подвернут в одну сторону, то есть здесь видно явно, где лицо, где изнанка, но по принту разницы нет, потому что окрас этого шарфа и с одной, и с другой стороны, ну, практически одинаково, может быть, чуть-чуть бледнее, но это будет на вас совершенно незаметно, даже если вы перепутаете и наденете этот шарф другой стороной. Следующий аксессуар этой коллекции — это косметичка Карибы. Видите, тоже принт, тоже леопардовый, но уже немного другие оттенки. Если на сумке они уходят в коралловый оттенок, то здесь это уже такие оттенки фуксии, лиловых цветов. Тоже выполнено из очень практичного материала, такого типа плащевки. Наверху черная пластмассовая молния. Брендирована косметичка тем же самым брендом, как и сумка. Здесь есть логотип компании Oriflame и логотип дизайнера, и еще какой-то порядковый номер, но я думаю, он относится к логотипу дизайнера. Внутри мы видим изумрудного цвета подкладку, которая перекликается с подкладкой сумки. И размер этой косметички 20 сантиметров на 13 и на 3 сантиметра дно. Дно, вы видите, у нее прямоугольное, благодаря этому дну эта сумка будет очень вместительной. Давайте посмотрим, как относительно формата А4 смотрится косметичка. То есть у косметички чисто, вот вы видите, А5 формат. Следующий аксессуар этой коллекции — это ожерелье Карибы. И оно прямо даже своим звоном навевает на нас такое летнее пляжное настроение. Материал этого ожерелья — это хлопок и полиэстер, но больше похоже, если честно, на полиэстер, чем на хлопок. Вот такой шнур, хотя может быть внутри полиэстер, а снаружи хлопок. У меня никаких на эту тему инструкций нету, где здесь хлопок, где полиэстер. Длина его 44,5 сантиметра, плюс еще вот 5 сантиметров дополнительная цепочка, на которой вы можете увеличить это ожерелье. Диаметр 1 сантиметр 3 миллиметра. И вы видите, тоже принт леопардовый у этого ожерелья, но уже уходит в такой ярко-оранжевый коралловый цвет. На этом ожерелье есть 6 колечек. Они все снимаются. И их даже можно использовать вот
на руку надевать, например, чтобы ваше кольцо перекликалось с вашим ожерельем. 5, например, вы можете оставить на шее, а одно надеть себе на руку. Ну, вы видите сам факт, что они снимаются. И давайте я покажу вам, как выглядит это ожерелье на шее. Мне кажется, что если у вас однотонный костюм или однотонное платье, сарафан или в тон этому ожерелью какие-то краски присутствуют в вашей одежде, то оно вполне даже может сделать ваш образ более ярким и более праздничным. Ну, конечно же, если вы приобрели себе сумку, ожерелье, шарф, то надо дополнить свой образ еще и обложкой для паспорта. Посмотрите, здесь тот же самый леопардовый принт, только он выполнен вот в таком зеленом, зелено-черном оттенке и украшен коралловой яркой отделкой. И внутри мы видим зеленую обложку с коралловыми вставками из полиэстера. И я уверена, что вашему паспорту, а особенно загранпаспорту, будет очень комфортно в такой яркой одежде. Вот когда вы нагулялись по летнему городу целый день в таких красивых ярких аксессуарах, вы приходите домой, и этот самый принт, ну, уже в более таком мягком, спокойном, голубом оттенке, но тоже леопардово-кораллово-фиолетовый принт, он продолжает вас преследовать именно в маникюрном наборе. Это последний аксессуар коллекции Карибы, и давайте его рассмотрим. Он выполнен в форме такого вот милого чемоданчика. Кстати, если вы хотите видеть фотографии более близко, например, ткани, текстуры, я специально делаю эти фотографии и выкладываю в нашей официальной группе ВКонтакте, в группе Oriflame Взлет. Вы можете всегда туда прийти и посмотреть фотоальбом с фотографиями всех-всех новинок. И давайте я вам покажу теперь на видео поподробнее этот маникюрный набор. Смотрите, здесь у нас 5 предметов, которые расположены каждый в своем кармашке. Ну, конечно, мы видим, что маникюрный набор, он миниатюрный, но для поездок взять его с собой, чтобы привести на отдыхе где-то ногти в порядок, это просто незаменимая вещь. Все, что нам нужно. Это ножнички с маленькими кончиками, это кусачки, это лопаточка для того, чтобы вы могли отодвинуть кутикулу, это инструмент для удаления кутикулы и это пилочка, чтобы вы всегда могли подпилить ноготь, который у вас сломался. Видите, что все это тоже в веселом таком зеленом оттенке сделано и очень даже милый чемоданчик, который добавит вам ярких красок в ваш отпуск. Делайте вашу жизнь ярче, вдохновляясь яркими красками новой коллекции Карибы. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал, чтобы смотреть новинки компании Oriflame вместе со мной. Пока-пока!